Иди, Мишель. Я сегодня не взял, только из солидарности. Ну это промышленные какие-то, а вот эти вот прогулочные, да туда бананы тролливались, это не видать. Это в Ялте. То есть мы прошли одну пятую часть этого, да? Где-то около того. 100 метров всего. Мы тут там, пошлите пока второй до камень. Пойдемте. Я вообще не... Охотники стреляют. Господи, это ты всякой ерунды хвастаешь, что мне это вообще никак не забыть. Подтверждение, что мы все-таки поговорили на Нинге. Да. Устали? Да я как-то это. Только мы резко вверх поднимаемся, как бы одышка. Не гляди назад, не гляди. Они дискредитированы и зачеты. Польза, бард, творчество. Как сказал один. Сняк. Потому что видно, что разработки. Фотографируешь, фотографируешь. Я туда не подойду. А надо. Я не могу. У меня ноги. Пускай потом. А там лес, там в принципе так особо-то. Не, ну мы спустимся, да, мы спустимся к камню еще. Нет, это подземный переход. Круглый такой красивый. Ага. Ну что? Ну перестань, пожалуйста. Ты же придешь к этому Перми. Вот так вот. Привет, Перми. Привет, Перми. Привет. Нет. Смотри, как страшно. Страшно? Нет. Перестань. Можно я? Здрасте. Это со скошенной крыши. Вот это здание, оно как бы уже граница, оно уже стоит за границей. А вот это вот парк оттуда и сюда пролетает. Вот это парковая зона. Во, сотка мне тут. Так. Елочка, вон тоже там. Пойдем сюда на подъемную. Чтобы вот туча справа, моя голова. Жаль, самолет всегда не пускает. Надо было ребенка крымского яблочка. В карман? Да, точно. А говорят, женщина мужчине яблоки давала. Она его заставила залезть наверх и дать ей яблоко. Да ведь? Куда, кто? На какую гору? Которая непосредственно за городом. Как яблоки? Как? Яблоки как? Очень вкусные, с легким оттенком терпкости, совсем не кислые. Настоящие дикие яблоки. Очень вкусные. Таким красивым, вяжущим оттенком. Он пал добычей муравьев. Поднялся на рядок? Нет. На вертолете. На вертолете есть вертолетные площадки. Да, понятно. Часто ты бывала. Самолет впереди, да? Посахнем тоже, да? Чувства голода нет? Нет. Это хорошо. Не голод, не верно.
Идем дальше. Вот они, развалины древней стены. Вот это вдоль всей горы тянутся. Так и есть. Вот она. Она не развалина, стена, да? Ну, она повыше была, половину. Метров 6, может, да? Не, по-моему, до 3 метров. Так что это вы уже как энтомологи с точными познаниями. Видать-то видно. А, запись пошла. Ну ладно, сделаем запись. Да. Берете камушек, загадываете желание и ложите на вершину. А где-нибудь в кустах найти так, чтобы не снизу брать, а где-нибудь в стороне. Каждый ребенок, совершая восхождение к вершине горы, от самого подножья брал по одному маленькому камешку, ну большие это там пионеры, старших отрядов, вожатые, пионеры бывают. Несли к этому месту, попробуйте сосчитать все камешки маленькие, вот сколько их здесь, много, конечно. Ну а почему несли к этому месту, конечно, понять легко, даже если очень постараться и попробовать найти на Юдаге точку выше, чем это, шансов нет, самая высокая точка горы. Видно, что высота ее имеет еще антропогенный такой фактор. Иногда сверху камешек на камешек накладывают, и высота увеличивается мальчик, еще на метр. Потом кто-то толкнул, мальчик сзади встал, и нехорошо приходится корректировать. 2-3 минутки свободного времени. Че, полез с балластом. Ну я с балластом хочу будет. Снимается? Нет. Восемнадцать лет назад я залазил на это дерево. Со всем отрядом мы его облепили, как муравьи. Снизу нас фотографировал командир. Но оно, мы же были под присягами. Да? Дерево. Я еще иду и думаю, блин, где-то на дереве фоткали. Где же он сбежал? А, вот где, блин, взять. Я сейчас надо сделать. Максимально красиво. Вот а дальше она. Сам камень есть, но он был сделан в идеале под пирамиду, просто стены. 17 сентября 2015 вот этого года, 10 сантиметров. Слушайте? Да. Саша, 17 сентября 2015 года, 10 сантиметров. Что это значит? Нашли камень. Земляки были ваши, да? А, так это Саша из Перми был, значит. Саша, 17.09, 10 сантиметров. Нормально. Ничего не прибавило. Нет, это вот здесь будет импровизированный, да? У меня возле дома прям есть пятачок, помнишь там в конце пруда, где прямо так лобёж крепко, или что-то другое. Вот это есть Артек, внизу скалы Адалары, грот Шаляпина. Нет, я вот этот вот не помню выступ. Или скала Шаляпина, грот Пушкина, рассказал. Выступ, вот это же есть Артек. Нет, я говорю, вот этого отрога не помню. Значит, построили да. Для этих, для кораблей, для лодок. Ага. Построили. И больше.
ее как бы убедили, что надо подниматься, потому что другого пути нету. Наверное. Вот первая поляна. А чем тут костер? Ну, отдыхал кто-то. Кто-то решил, что вершина прямо тут. Это не вершина, это просто со всей поляны собрали камни в одно место. Свет поляны сам по себе такой, видите. Ни одного можжевельника не видать. Да. Они похожи на больших странных кузнечиков. Нам нужно перевал вот этот пройти. Это уже немного осталось, в принципе. А ты под водой-то плаваешь? Вот она, стена эта укрепленная. Здесь отчетливо видно. Ветра нету, хорошо, да? Знаешь, мне сейчас очень хочется поваляться, я не знаю. А, вот это же место. Вот это святое место. Это купель какая-то? Нет, это бывшие келья, судя по всему. Да. Монах тут какой-то обитал долгое время.